Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД и Минтранс разработали свод правил для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Сроки их утверждения не уточняются. Вот основные моменты. Максимальная скорость на тротуарах и в парках 25 км в час. Дети до 7 лет должны передвигаться в сопровождении взрослых. Граждане старше 14 лет при отсутствии тротуаров могут двигаться по правому краю проезжей части со скоростью не более 60 км в час. Термин «средство индивидуальной мобильности» сформулирован так. Это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. Трасса 101. Среднестатистическому жителю Кировской области нужно почти 10 лет, чтобы накопить на новый автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей, при условии, что он будет откладывать ежемесячно половину своей зарплаты. Исследование провело РИА Новости. Быстрее всего копить получится у жителей Чукотки около 3,5 лет. Дольше всего кабардинцам более 11 лет. Средний показатель по стране 8 лет. Трасса 101. Около 70% российских водителей не поддерживают введение топливного сбора вместо транспортного налога. Опрос провели агентство «Автостат» и издание «За рулем». Идея об упразднении налога и одновременном внедрении дополнительного акциза была озвучена в Госдуме несколько дней назад. Дескать, так будет справедливо. Сколько наездил, столько и заплатил. Более половины респондентов высказали опасения, что, введя сбор, власти отменять транспортный налог не станут. Трасса 101. Kia запустила продажи обновленного Sorento. Минимальный ценник кроссовера 2,5 миллиона рублей. В хорошей комплектации он будет стоить на миллион дороже. Внешний автомобиль не изменился, не считая логотипа марки, где буквы соединены между собой. Среди новых опций – подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, система предотвращения фронтального столкновения, функция удержания в полосе. Базовым мотором является 180-сильный бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, трансмиссия автомат либо робот. Трасса 101. Одна из китайских компаний похвасталась созданием революционной технологии производства аккумуляторов для электрокаров. Якобы зарядить батарейку можно менее чем за 5 минут, а затем проехать около 500 километров. Общий пробег с использованием одного аккумулятора может достичь 1,5 миллиона километров. Какие материалы были использованы для создания такого чуда, китайцы озвучивать отказались. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.